Так, мы уже дома. Ещё пойдем? Кто там? Джинка Слаки нас встречает. Джинка Слаки. Ну-ка, отходите, совочки. Пойдем, Миша. Вперед. Лаки, Джина, фу! Нельзя. Заходи, пожалуйста, Миша. Ты сейчас что пойдешь, да? У нас сегодня хорошая погода прям. Надеюсь, что выходные тоже будет хорошая погода, и мы пойдем на площадку. Ну-ка, фу! Ну, пойдем, пойдем. Вот такое солнышко. Кормлю наших птичек. Они 100% все съели. А потом будем с вами мариновать перепелочку и поедем на рынок за мясом. Что вы тут делаете, а, птички? Я думала, там Саша. Так, короче, скоблились, как будто кто-то едет. Саш? А ты где? А? Стоп. Все, я закончила. Всех покормила. Попоила. Останется только еще почистить. Но сейчас я сделаю другие дела. Смотрите, какие они здоровые уже. Вообще огромные. Растут не по дням, а по часам. Действительно, наверное, к месяцу будут 2-килограммовыми живого веса, 2 килограмма. Перепелочки, красотулечки мне сегодня. Только одно яичко утром я у них взяла. Ну, это вчерашнее, наверное. 7 яиц вчера было. Пока больше не дают. Видите, как ведет себя Джинка, когда она провинилась. Ложится на спину, поджимает лапки и выпрашивает прощение. Ах ты, шкодина! Ах ты, шкодина черная. Перцик. Блин, ветер все разносит с Сашиного стола. Капец. Миша, а куда разутый? А ну-ка быстро обулся. Бегом назад. Это вообще, это что-то с чем-то. Михаил. Обувайся. Потом иди. Ты протерла стол? Вымыла? А ты не вымыла? Или вымыла? Не начинала? Ну ты даешь, Лизавет. Так, поломался брелок. Сегодня вечерком заклею. Вытираем стол и приступаем к перепелочке. Вот оно наше мяско. Сейчас я его разделаю на кусочки и замариную в масле с травками. Так, что у нас? Сердечко кидаем туда. И 2 кусочка печеночки тоже кидаем туда. Пусть маринуется. Поехали резать. Получилось, конечно, не густо, но на одну порцию с запахом перепелки хватит. Перекладываю сюда, посмотрим, что получится. Что у меня получилось? Оставляю мариноваться на 2 часа. Потом будем делать блюда. Голодали крыски. Я им принесла вот это вот для крыс. Вот это для хомяков сейчас насыплю. И тем и другим. Мои крысиные мальчики сейчас ему сюда насыплю. Вот так. Опа, они все равно все рассыпают, поэтому сыплем на 2 этаж. Ну что, нравится? Девчонки, Лариска, конечно, сбегает. Гайка и Чернушка тут. Давайте, девочки, вам побольше. И большому белому крысу Беляшику тоже насыпала. Все, я побежала. Решила не кормить, потому что они еще спят. Большинство, поэтому будить их не будем. Покормим их вечером кормом и кабачком. И сниму это на мои зверята. А сейчас пойдемте с вами сделаем букеты. Точнее, букет один, которым мы поздравим нашу бабушку. Для этого мне понадобятся ножницы и ваша поддержка. Поставьте лайк, чтобы у меня получился обалденный букет. Пойдемте. В сарае стоит много цветов, из которых надо сделать красивый букет. Попробуем. У меня получилось, по-моему, красиво. Кому нравится, ставьте лайк. Катя сидит, занимается у бабушки. Не, у меня нету домашнего задания. Букет задарили. Сейчас поставим вазочку и быстро поедем на рынок и на базу. Пока у меня перепелочка дома маринуется, поедем. Мам. Ау. Ау, Катя, сегодня 4, да? Не, я не поеду. У меня домашнего задания сегодня нет. Ой, какая ты счастливая. Потому что ты уже контрольно было. Я уверена, что это опять 4. Опять 4 будет? А что не 5?
Да я знаю, где я ошиблась в осях, где надо там было отвечать друг от друга. Ну вот видишь, хорошо, что знаешь, где ошиблась. Единичных отрезков. Я точно уверена, что неправильно, потому что я очень мало с Бобой Света это сделала, поэтому я могла забыть. Устанавливаем. Ну, знает, где ошиблась, это уже радует. Развязывай. Они немножечко... Вот как раз что говоришь, большой. Ничего подобного, только, как раз. Только-только. Я ж вазу-то знаю. Одень немножечко его растребуши, а то они смятые между собой. Растребуши, дай им свободы. Во! Свободы во! Покупаем. Ну не покупаем. Ты видишь, она уже решает. Хризантемом. Анализирует. Да, молодец. Ну, поехали быстрее, а то у меня там перепелка маринуется. Какая перепелка? Ну, которую контрабу пили. Немножечко лепесточки. Мама. Отлетел. Как я в туалет? Давай. О! Так, была авария. Ну вот. Закрутим камеры. Так, мясокостный фарш с томашком. А потом маслица подсолнечная, медок на маринад. Обалденное мяско. Дома покажу. Ну, это мама себе молочко взяла. И мохито. Идем. О. Гружаем тебя. Гружаем. Так. Что несешь? Самое главное? Тортики. Вот что самое главное. Вот я и выяснила, что для тебя тут главное. Так, картошечка. Что у нас еще? Вот это, этот лучок. Молоко, вот это и вот это. Куча. Ой, как много. Вообще. Все? Все, остальное на шашлык. Собачкам. Медок я потом привезу завтра. Лаврушечка. Это собачья радость, соевый соус. Да, все. Закрываем и носим.